Очень просто и быстро можно приготовить фаршированные перцы с помощью скороварки. Уже через 20 минут блюдо смело можно будет подать к столу. Получится перец очень ароматным и вкусным. Для приготовления этого блюда подойдет не только свиной фарш, но и куриный. Рис можно использовать длинный или круглый. Кроме томатной пасты и соли можно еще смело добавить лавровый лист, перец горошком и прочие специи. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Подготовьте ингредиенты. Свинину перекрутите на мясорубке, рис отварите в течение 20 минут, промойте его, выложите к мясному фаршу, хорошо его перемешайте. Перец болгарский вымойте, удалите аккуратно серединку, наполните каждый перец мясной начинкой. Выложите овощи в чашу скороварки, залейте их водой, она должна почти полностью покрывать овощи. Ставим лайк и подписываемся. Добавьте соль. Добавьте томатную пасту. Измельчите лук, морковь и выложите их к перцу. Поставьте чашу в скороварку. На дисплее установите программу тушения и время приготовления 20 минут. Клапан обязательно поверните в положение закрыт. Нажмите кнопку старт. Через 20 минут отключите скороварку. Дайте ей постоять 5 минут, а затем поверните клапан в положение открыт. Когда пар весь выйдет, откройте крышку. Фаршированные перцы в скороварке готовы. Приятного аппетита! Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Нам понадобится: перец болгарский 500 грамм, морковь 1 штука, лук 0,5 штуки, свинина 200 грамм, рис 100 грамм, паста томатная 1 столовая ложка, соль по вкусу, количество порций 3. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. До свидания.